Всем привет, друзья! Наконец-то я запустился, там дрифтинг был, еще что-то был. Но кто там говорил, что Fortnite умер? Походу, сегодня побили снова все рекорды, потому что я зашел не с первого раза, ребят. Ну, в общем-то, как вы заходите в игру, вы видите своего персонажа, как он наконец-то доплыл на этом бревне на новый остров. Ну что, ребятки, сейчас будем смотреть, покупать новый БП, обозревать. В общем-то, сразу прогружайте лайкосик, подписывайтесь, если вы не подписаны. Зашел я не сразу, не с первого раза. И это, конечно, жестко. О, все, я запустился. Вот так вот все будет выглядеть, ребят, как вы зайдете. Так, здесь вот у нас челик сидит, именно бедолага какой-то. Ну, в общем-то, погнали. Как начать-то уже? А, все, мы уже в игре, мы уже в матче. Покинуть матч. Огромная просьба, кто будет брать БП, залетайте сразу, вводите мой тег Chef117, он есть в описании. И погнали уже покупать Battle Pass. Получить боевой пропуск, ребят. Так, ребят, покупаем БП. Подтвердить покупку. Продайте мне БП уже. Есть! БП куплен. Поехали. Боевой пропуск открыт. Полетели, ребят. Сразу же вот этот скинчик получаем. Шанта. Вот так вот. И у нас вот с ней испытания есть. Ну и опять-таки у нас боевые звезды. Получить. Поехали. Посмотрим сейчас БПшечку. Так, первая страница нас встречает, ребят. Вот такая вот девочка. У нее есть стили, как вы видите. Также вот этот пацанчик нас встречает. Так, скины пока что неплохие. Окей. След от падения. Нормально. Далее, бэкпэк. Хорошо. Граффити. Дельтаплан. Фух, дельтик, пушечка. Хорошо, ребятки. Дальше, кирочки. Кирочки пойдет. Пока что все мне нравится. Так, тут экран загрузки. Первая страница хороша. Погнали дальше. Вторая страница. Опять-таки, вебаксики. Эмоция встречает нас. Первая эмоция. Уф. Ну, пойдет, дельтики. Блин, я заметил, дельтики просто охренительные. Вот все, что нравится мне, уже могу вам сказать, дельтики. Вот эти дельтики, это просто пушка. Дельтики, пушка. Далее продолжаем. Бэкпэк офигительный. Скин у нас на Воина Ветра. Пойдет. Скины, бэкпэки, пока что все меня устраивает. Так, кирочка. Посмотреть награду. Хорошо, кирочка тоже пойдет. Здесь у нас оберточка, здесь у нас граффити. Следующая страница у нас эмоция. Маленький монстр трак. Хорошо. Далее бэкпэк. Ну, этот бэкпэк уже такой себе, 50-50. Загрузочный экран. И первый такой себе скинец, ребят. Ну, в любом БП должен быть такой себе скинец. Я считаю, что это такой себе скинец. Поэтому, ну, такой средненький. По сравнению с тем, это вообще средненький скин. Воздушный след от падения. Далее у нас эмодзи. И бэкпэк вот такой. Блин, бэкпэк огромненький. На четвертой странице нас встречает оберточка. Далее у нас инструмент кирочка. Средненькая кирочка. Блин, дельтики просто охрененные, ребят. Дельтики, согласитесь, в этом сезоне дельтики просто пушечные. Не знаю, вот все дельтики нравятся пока что. Эмоция, рисунок с любовью. Хорошо. Стиль на такого себе типа, лейтенант Лама. Далее вебаксики, опять-таки загрузка, еще вебаксики и граффити. На пятой странице нас встречает очередной стиль на Воина Ветра. Далее экран загрузки, переходим далее, дикое копье. Во, вот эта кирочка уже поинтересней. Вот эта кирочка топчик, я считаю. Кирка бомба, блин, какой скин. Уф, вот это охренительный скин. Еще два стиля, не, ну второй стиль такой себе, конечно. Но, блин, девочка, это прям пушечная. Heaven, кошка. Вот она прям, она именно без маски, вообще пушечная, посмотрите на нее, кайфовый. Так, вебаксики, еще одна, ну, обертки слабенькие пока что. Так, бэкпэк, ну, такой, а, там что-то внутри есть, ладно, тогда нормально. Переходим далее, ребят, шестая страница, вебаксики, опять эта девочка, Heaven головной убор, задом наперед. Блин, вот эта девка вообще пушечная, просто, мне очень нравится. Так, бэкпэк. Жевательный рюкзак, также жовки там внутри, след от падения тоже жевательный, бесконечная жвачка, хорош. Очередной скин, ребят, Bubblegum, но это рофильный скин, как вы знаете, я люблю рофильные скины, поэтому однозначно крутой скин, мне нравится, граффити. Эмоция, зловещий смех. Хорошо, вот это пойдет, новый смех, ребят, есть новый смех, теперь тролли типов. Новым смехом можно. Далее в баксики приходим на седьмую страницу. Эмоция, фокусы жвачкой. Блин, классный скин вот этот. Конкретно мне нравится, кайфовый скин. Оберточки, как я и говорил, такие себе. Чисто мое мнение. Музычка Bubblegum. Стиль на Bubblegum горький. Блин, Bubblegum крутой скин. Офигенный в баксы. Далее, дельта, ой, какой дельтик, хорошо, дельтик хорош, граффити,
экран загрузки, ну и эмодзи. Восьмая страница, у нас новый скин мотоциклистка. Мотоциклистка кайфовая, без стилей. Найс, мне нравится. Бэкпэк. Бэкпэк тоже вполне играбельный, хороший. Вебаксики. 200 вебаксиков. И стиль на Воина Ветра. Ух, вот это стиль интересненький. Бита. Так, что у нас там по звуку? Хорош, бита хорош. У кого нет бита Харли Квин, по-моему, залетает дельтик. И опять офигенный дельтик. Мне все дельтики пока зашли. Реально, вот дельтики, они прям заморочились конкретно. Человек-паук, ребят. Серия Марвел. Ну, кто ждал, поздравляю, ребят. Человечек-паучочек у вас уже в кармашке будет, если вы купите БП, конечно. Эмоция, это же ты. Так, далее. Бэкпэк. Далее след от падения. Паучьи нити, ну это все понятно, да, с Человеком-пауком. И стиль на мотоциклистка в гоночном комбинезоне. Хорош. Последняя, ребят, страница, это эмоция у нас. Дружелюбное зависание Человека-паука. Также у нас Кирка, паутинный молот. Кирочка хороша. Стиль на Человека-паука, костюм симбиота. Дельтик. Блин, и опять охрененный дельтик. Ну, по дельтикам разрыв. По оберточкам в этом сезоне слабенько, лично для меня. Ну, по дельтикам разрыв конкретный. Скины тоже хорошие. Единственный скин, который мне не очень зашел, это вот этот вот Лама Рок, или как он там, летний Лама. Ну, такой, средняковый. Так, давайте посмотрим, может, еще дополнительные есть награды. Дополнительные награды сразу чекнем, ребят. Стили мы тут открываем на все персонажи. Да, дополнительные стили. Дополнительный стиль у нас будет еще на Человека-паука, на жвачку. Блин, эта девка кайфовая. Ну что, ребят, подытожим. БП прикольный, обязательно его брать надо, как минимум из-за Человека-паука и основателя, как секретный скин, говорят, он будет. Ну и не забывайте мой тег, напомню, ребят, это очень важно. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь. БП зашел. Всем удачи, пока.